Готовы, ребята? Готовы. Марк, привет. Подскажи такой вопрос, а когда у тебя следующий бой? Следующий бой. Обращение. Следующий бой планируется в марте. В городе Первоуральске. Защита титула. Молодежного титула ВБО. Я понял. Соперника еще не знаешь? Пока нет. Но я думаю, что достаточно много претендентов. Это очень интересно. Я понял. Спасибо тебе большое. Всех россиян. Хочу представить, это Магомед Курбанов. Сегодня он завоевал титул чемпиона мира. Мага, поздравляем. Пару слов о сопернике, об организации турнира. Организация турнира на высшем уровне. Я рад, что я боксирую на таком турнире. Спасибо всем большое. Мир бокса, МК Промоушен, спасибо им большое. Соперник, как вам сказать, соперник с Венгрии, как бы, я думал, будет побольше раундов, простоял. Просто ты хороший очень. Ну, соперник еще хочу заметить. Просто тренер сказал, добивай. Во втором раунде он первый раз, когда поплыл ему отсчитывали, он такой, мага, я только на него посмотрел, он такой, пошел. И я пошел добивать. И я понял. Хочу отметить то, что у тебя первый раз соперник европеец на таком вот уровне. У него, по-моему, всего два поражения, да, или вообще он без поражения? Ну, он до этого не падал, да. Все правильно вы говорите. У него есть поражения, но поражения у него были по очкам. Он не падал до этого ни разу. Вот сегодня так получилось и в его карьере первый нокаут. Конечно, это очень... Вас перебью. Хочу представить, это Николай Попов, непосредственно тренер Магомеда Курбанова, Михаила Алексеева, Евгения Чупракова. Человек, который... вкладывает свой труд, но тем не менее остается еще в тени. Мы вас еще ни разу не показывали. Он скоро будет лучшим тренером России. Мира. На профессиональном боксе. Нет, мира. И есть мира. К чему стремиться. Да, у меня цель побить рекорд Фредди Все Роуча. Все будут съезжать в нашу базу, чтобы боксировать и спарринговаться. Да, Фредди Роуч у нас был 7 раз подряд. Да? Да. Фредди Роуч был 7 раз подряд. Я буду 10 раз подряд. Скоро ждите. Но там еще 11 тоже можно. Пожелаем вам удачи, Мага. Все, спасибо. Давай удачи тебе и удачи. И все, спасибо, вам. Болейте за нас. Здравствуйте, хочу представить, это Денис Лебедев. Денис, смотрели ваш крайний бой. Вот. Хочу сказать, очень большая работа была проделана, в плане каком, очень быстро вы перестроились. А когда планируете следующий бой, где он будет проходить, и вот, так же самое будет готовиться в плане. На этот вопрос пока я вам ответить не могу, потому что нужно посоветоваться с командой. После боя еще никого не видел. Вот планировал здесь тренер, руководитель компании «Межбокс» Андрей Михайлович. Есть у меня еще руководитель. И принять решение, куда идти дальше. Хотелось бы, конечно, провести матч-реванш с братом. Встречайте из Хабаровска, Россия, сборной. Алексей Попин! Вот. Но у меня еще есть обязательства перед ВБА, которые... чтобы я тоже провел защиту. Поэтому вот сейчас выберем, где, кто нам разрешит, и пойдем дальше. Я понял. Желаю вам удачи. Всего доброго. А я вам желаю удачи. Спасибо. Спасибо большое. Самое интересное. Друзья, хочу представить, это Эдуард Кореновский. Вот. Эдуард, смотрели ваш крайний бой, скажем так. Конечно, результатом не сильно доволен. Хотелось бы увидеть вас в полной красе. Ваши дальнейшие планы. Планы пока. Информация о переговорах. Реванш. Сэндон. Говорят о реванше. Четыре победы. Все рассчитывают на это. Чемпион мира по кикбоксингу. Хотите вернуть титул. Любой бой. Сейчас длится массовое время. Восстановительный режим сейчас, да, проходит? Ну, как бы относительно, да. Еще пары дней стоите, да? Да какие пары? Нет. Сейчас пока мне нужно немножко отдохнуть, а там уже потом можно и в пары. Хотим пожелать вам в дальнейшем удачи, добиться высоких целей, главное, поставленных целей. Вот. И будем следить за вашими продвижениями. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Так, Алексей Попин одержал уверенную победу над очень сложным соперником.
Леш, пару слов. Скажи о сопернике, как ты себя чувствовал на ринге? Чувствовал себя на ринге шикарно. Как я говорил, прошла очень хорошая подготовка, наверное, самая лучшая за всю карьеру. Соперник очень неудобный, очень грязно боксирует. Пробот ноги мне несколько раз пытался сделать. Но я, поскольку смешным единоборствами занимался, я смог уйти. Хотел бросок через бедро сделать. Ну, я не знаю, куда он хотел бросок сделать, но головой постоянно в пасту упирался. Не знаю, что он хотел. Леша, желаем тебе дальнейших побед. Будем за тобой следить. Удачи. И мы верим, что в дальнейшем у тебя уже скоро будет титульный бой. Спасибо. Желаем тебе удачи. Хочу вам сказать, занимайтесь спортом. Любите спорт, любите единоборство, в особенности бокс. Чемпион – это не звание, это стиль жизни. Я понял. Спасибо. Спасибо тебе большое. Видите, какая атмосфера стоит. Зал просто напросто забитый. Вот ребята. Да, вот ребята махают. Челябинска, привет. Это Олег Бегаев, Полоч Алик. Сегодня наблюдали за твоим воспитанником, это за Пашей Маликовым. Очень яркая победа, как мне показалось. Ну, чуть-чуть подкорректирую тебя, он не является моим воспитанником, я его не воспитал. Паша достался мне, будучи профессионалом, но вот мы уже с ним три боя. Как видите, успешно. Паша большой молодец, хорошо трудится. А кто трудится, ему воздают. Поэтому Паша с победой. Понял. Алекс, спасибо тебе большое. Спасибо. И вот с этой фотосессии просто никого еще не видел. Павел Маликов, в принципе, вот последние два раунда успел посмотреть.